Друзья, доброе утро, Кирилловка, 27 июня. Всех с праздником, День молодежи. Посмотрите, вся Украина приехала в Кирилловку. Я в шоке, пляжи переполнены, посмотрите. Мало того, что они в этом году стали уже, лечь просто негде. Сейчас мы с вами пройдемся, посмотрим, как отдыхают на пляжах Кирилловки сегодня. Это просто, я зашла и обалдела. Вы должны это все увидеть, поделиться этим роликом в соцсетях, чтобы люди знали, куда они едут и что им ожидать. Но жилье пока свободное в Кирилловке имеется, поэтому мы с вами идем по пляжу, поснимаем. О, красота, конечно, жара. Сегодня должна была быть не погода. Но солнышко победило. Так, тапочки. Опа, тапочки. Снимаем. И пошли. Чуть-чуть пройдемся. Тучи, видите, разогнали людей в море. Но судя по тому, что люди в море, медуз сегодня, наверное, нет. Потому что мы купались с утра. И хорошее настроение на весь оставшийся день. Подходим скорее. Мы купались с утра. Ни блох, ни медуз не было сегодня. Что будет дальше, еще неизвестно. Да, мы проехали вчера на Федотову косу. Я не купалась, в море не была. В море не видела, но увидела на берегу, как будто кто-то повылавливал, поклал их медузочек, чтобы они загорали. Поэтому пока я их лично сама не увижу, а если я увижу, я покажу. Кстати, на канале Анка Харьковчанка уже, может быть, сегодня-завтра будет видео, и там я как раз буду, сейчас мы с вами пройдемся, я там искупаюсь, но уже сниму видео на Анку Харьковчанку и посмотрим, появились ли медузки или нет. Ого, а как же здесь пройти? Веселуха. Так что устраивайтесь поудобнее, как там говорят, берите печенюшки и представьте, что вы идете со мной по пляжу и пытайтесь найти место, где вам хочется отдохнуть. Людей в море поменьше, но на берегу их просто предостаточно. Кстати, пока буду идти, буду рассказывать. Очень много комаров. Имейте в виду, берите с собой средства. Сегодня в 7 утра я купалась в море. Представьте, я стою на пляже, светит солнышко, а они на мне сидят. Ну, нормально? Вообще не нормально. И, кстати, пишите, кто где отдыхает. Если сегодня медузы, люди должны знать. Но опять же, написать можно что угодно, но может быть, если будет больше комментариев конкретного курорта, может быть, тогда мы выйдем на правду, потому что Валера даже сегодня включал прямой эфир на своем канале и спрашивал людей, есть ли медузы сегодня. Люди говорили, нет, медуз сегодня нет. Здесь, по крайней мере, в Кирилловке. О, здесь поспокойнее уже пляжи, хоть более шире пошли. Поэтому здесь уже можно найти местечко. Может быть, это из-за выходных. Но все равно, я хоть увидела людей. Потому что для Кирилловки, так по центру, если пройтись, людей не сильно много. Так что комары, имейте в виду. Валеру даже никогда в жизни не кусали комары. И то он жаловался. А что там, медузы есть сегодня? Медузы есть? Не знаю. Сегодня нет медуз? Не, вчера не было. Спасибо. Спасибо, хорошего отдыха. Видите, спросили просто у людей. Поэтому, если вы не верите мне, не верите глазам, которые снимает моя камера, будем спрашивать у людей. Спросили, медуз сегодня нет. Так что, друзья, Кирилловки сегодня медуз нет, но людей тьма. Здравствуйте. Хорошо, пойду, а то я снимаю. Хорошего отдыха. А медуз нету, что сегодня? А то спрашивают.
нету. Правильно? А то не верят мне. Говорят, врёшь ты. Врёшь. Муж говорит, позвони ему, знай, где они. Хорошего отдыха. Спасибо. Все, друзья, видите? Вы сами же отвечаете. Медуз нет. Людей тьма. Просто. Море людей вытолкнуло из Азовского моря медуз. Так что предлагаю такой форум. Пишем, кто где отдыхает. Есть ли у них там водоросли, медузы, блохи. И тогда мы будем знать, я буду для вас делать каждый день такой проход, если вас устраивает. Что вам интересно? Правильно, жилье каждый выбирает по своему карману. Интересует погода. Погоде вообще гидрометцентру не верьте. Мы с Валерой, когда ехали, я смотрела, говорю, куда мы едем? Неделя дождей. Хоть бы капнуло. Посмотрите на это солнце. Включаем веб-камеру и смотрим. Вот это вот погода. Но я знаю, что некоторые курорты иногда отключают их, потому что погоды нет, может, их сами выбивают. Поэтому знаете, если веб-камера отключена, значит, что-то там не то. Ну, или с техникой, или с погодой. Сейчас дойдем уже до центрального пляжа. О, здесь, смотрите, здесь вообще можно местечко найти. Вообще пляж пошире хоть так. Потому что там, где мы, там вообще узкий пляж. А здесь хорошо. Кстати, я вчера спрашивала шезлонг, и парень сказал 50 гривен. У него самый дешевый шезлонг на всем пляже. Поэтому, соответственно, где-то дальше уже, наверное, чуть подороже. А вообще все супер, сегодня хотелось уже шашлыки пожарить наконец-то, уже, как говорится, обосновались. Но сегодня не было ошейка, а без ошейка я не жарю. Ну, в том месте, там, где по 139 гривен. Так что, кто хочет знать, где этот ошейк по 139 гривен, переходим на канал Анку Харьковчанку, и там сегодня-завтра будет видео. Ну и вообще, там личный мой канал, поэтому там за каждое левое кривое слово в отношении моей семьи. Это семейный канал для друзей. Ну, я там показываю, делюсь всякими секретиками, ну и что-то рассказываю. Поэтому там сразу криво написал, расстрел. А так вообще смотрите, как люди наслаждаются, отдыхают, пьют холодные прохладительные напитки. Так, на пляже кто-то спрашивал креветку, мы вчера спрашивали, смотрите предыдущие ролики. Да, сейчас, сейчас, пауза. Так, друзья, идем дальше. Идем дальше. Смотрите, сзади вообще много места. Ну, конечно, не первая линия, как говорится. А сколько стоит? Сколько стоит? 5 минут 80 гривен. Спасибо. 100 гривен 10 минут что-то. Ну, короче, чтобы знали. Так, вот такая вот у нас красота людей. Я же говорю, вот смотришь, вот люди действительно приезжают. Я теперь со вчера, мы вечером прошлись по набережной, поняла, почему очень многие любят Кирилловку. Здесь, знаете, какое-то такое движение. Движение, набережная, просто вышел. Ну и еще никак в прошлогодних годах, что у тебя ты вышел, попал в струю, и тебя несут. Неважно куда, но тебя, знаете, как течение несут. В этом году, конечно, людей поменьше. Может, это связано с короной. Я сама не знаю, правильно вы пишете, надо сдать какой-то тест. Может, я в легкой форме переболела. Но все равно еще горло, кашель побаливает. Поэтому берегите себя. Ну, а здесь на отдыхе. Вообще я не вижу ни в маске. Здесь вы почувствуете себя, как раньше, в обычной стране, без коронавируса и без ничего. Потому что маски только носят только работники торговли и весь персонал, который вас обслуживает. Все. Так, сейчас дойдем уже, чуть-чуть еще пройдем. О, отдыхаем. Смотрите, аттракционы, кому интересно. Здесь тоже вот выход получается. И мы переходим на пляж Пеликан.
то здесь в море людей зато побольше. Ну, здесь и так соломенные, симпатичные пляжики, я вам скажу. С этой стороны. Ну, и с этой людной, будем говорить так. Ну, зато везде песок, кто любит. Кто не любит песок, едут в другие места. Кстати, вот сколько мы первый раз, когда с Валерой приезжали, и в первый день мы когда просто приехали, как говорится, в гости в Кирилловку, 2 года назад это было, и мы же, получается, за один день заехали сначала на косу Пересыпь, это мы, кстати, к ней идем, и так, что-то мы тут вышли с толпы, надо ворваться в нее. И море снимали на косе Пересыпь, потом сразу же переехали. Опять, наверное, на пляж Терешковый мы этот попали. И третье было сразу у нас пляж на Федотовой. Так вот, море, я вам хочу сказать, это все было снято в один день. Море на всех трех пляжах разного цвета. И вот я не знаю почему, я помню, что на косе Пересыпь, но мы туда заехали, это далеко. Ой, как же тут пройти. Было самое симпатичное море. Такое бирюзовенькое, знаете, красивенькое. Песок такой светленький-светленький. О, если честно, какая жара. Жара нереальная. Наверное, будем заканчивать. Так что, друзья, еще раз говорю, если вы хотите такие видео, мне не сложно. Я буду показывать на канале Валан. Каждый день 10 минут проход. Будем спрашивать у людей, медузы, блохи, температуру. И создавать как бы форум, где вы будете оставлять комментарии, где вы отдыхаете сейчас. Не надо писать, я был в июне, медуз не было. Медузы могут быть, как говорится, сегодня есть, завтра нет. И все такое. Обязательно делитесь моим видео в соцсетях, чтобы эта перепись, как говорится, форум работал. И не забываем ставить лайки, дизлайки за такие видео. Все, всем хорошего дня, хорошего настроения. До новых встреч, пока. Ну, вы поняли. Коса Пересыпь там тоже переполнена. Ну и так, повернем еще раз. Все, всем добра.